Всем привет, дорогие друзья! Всем привет из Канады! Сегодня я решила поснимать вам посуду. Любите ли вы посуду, как люблю ее я? Я безумно люблю красивую посуду. Я очень люблю магазины, где продают посуду и вообще всякую утварь для дома. Но я вам почему-то до сих пор ни разу это не снимала. Может быть, вам тоже это будет интересно. Я нахожусь в магазине, который называется Hudson Bay. Это канадский магазин, который продает все. Это такой универмаг, в котором продается все, что угодно. И здесь есть, конечно, всякие сервизы, разная посуда. Очень красивая. Вот, например, такая, целый такой большой сервиз. Посмотрите. Это Велерой Бог. Это очень известная компания. Американская, наверное. Честно говоря, я даже не знаю. Но... Да, немецкая. Американская, наверное. Это сделано в Германии. И вот я не вижу цен ни на чем. Так странно. Ну, наверное, есть цена где-то... Может быть, за общий, потому что это сервиз. Я не думаю, что они продают каждую тарелку отдельно. Видите, вот Велерой Бог написано. И есть они в большие блюда, тарелки, чашки, вот всякие блюдца. В общем, такой большой-большой сервиз. Есть вот такие вот тарелки, тоже очень красивые. Видите, поменьше, с таким цветком, большие и такие глубокие для супа, салата. И есть еще вот такие вот, как будто бы пиалки. Да, вот они. Красивые цветы, как будто акварелью нарисованы. И есть вот такие вот чашки. Боже мой, как красиво. Но ни на чем нету цен. Это очень странно. Может быть, я не вижу цены? Нет, нету. Очень часто у нас в таких магазинах цену надо спрашивать. Вам они специально доложат. Уж я не знаю, почему. Так они любят делать. Давайте посмотрим с другой стороны. Может быть, здесь есть какие-то цены. А вот такая, смотрите, какая интересная штука для того, чтобы... такая пирамида. Но я не думаю, что она для посуды. Видите, $177 она стоит. На это есть цена. Что-то такое здесь твердое, типа камень. Это, скорее всего, на стол ставить не чашки, конечно, а вот блюдо с какой-то едой располагать вот таким вот образом, чтобы занимало меньше места на столе, ну и очень эстетично и красиво. Видите, здесь вот просто обычная белая посуда. Маленький, тоже Велерой Бог, какие смешные чашечки. Такие малюсенькие, толстенькие. Прикольные, нету цен. Мне так было бы самое интересно узнать. Вот тоже Велерой Бог. Это такие глиняные, а вот эти интересные какие. У них такая структура. Черные есть и белые. Очень-очень симпатично. Вот просто белая посуда. Кстати, у нас очень часто, очень многие просто имеют просто белую посуду, без всяких рисунков. Это как бы интеллигентно считается. И всегда можно ко всему ее подобрать. Это какой-то другой бренд. Тоже цен нету ни на чем. Но это неинтересно. Я хотела вам... Вот так он называется. Софи Конрон. 15% распродажи. Нету цен ни на чем. Так странно. Ах, какая красивая штучка. Молочник. Прелестно. Просто прелестно. Видите, вот здесь тоже вот на этой штуке они поставили вот эти вот блюда. Ах, какая красивая тарелка. Вот здесь есть цена. О, сейчас мы узнаем примерно, что почем. Значит, вот такая тарелка Велерой Бог стоит... $31. Небольшая тарелочка. Одна. Ну вот, то есть вы понимаете порядок цен. А, вот такой молочник стоит $63. Видите, на, видимо, на одинарных каких-то вещах у них есть цены. А вот то, что идет, видите, вот коробкой, сервизом, цена идет за общую, за сервиз, поэтому за коробку, так сказать. Поэтому у них нету цен на больших наборах. Lennox — это тоже известная компания, делают посуду, тоже нет цены. Наверное, цена есть на коробке.
И, в принципе, если вам так интересна цена, вот, например, тарелочка за $100. Неужели одна тарелка за $100? Боже мой. Или это их... Нет, сетов 4. 4 тарелки за $100. Тут я думаю, безумие какое. $100 за тарелку. Но за 4 это тоже не дешево. Так, это компания какая-то Denby. Вот тоже 4 тарелки, 188. Эти еще дороже. Сделаны они из такого, как будто бы керамики такой. Но это не дешевый магазин, поэтому здесь такие цены. Видите, это сделано в Англии. Вот этот бренд Denby. И, конечно, все, что сделано не в Китае, конечно, стоит денег и немалых. Так, это что-то такое, по-моему, керамика или пластик? Нет, керамика. Посмотрите, какие красивые керамические тарелки. Какая красота. Это Maxwell & Williams. Керамические тарелки. Тоже красивая. Ну, вот это стоит $12. Это уже, как бы, ну, цена, с которой я могу жить, согласиться. Они очень красивые. Посмотрите, есть вот такая вот продолговатая. Есть такой, есть маленькие пиалы, есть маленькие тарелочки. Я очень люблю такую посуду. Вот это стоит $10 тарелочка. Небольшая. Очень красивая. Я очень люблю вот такую керамическую посуду. Дачную. Я ее называю дачную. Потому что она, ну, какая-то такая, знаете, на летнюю дачу. Вот просто белые тарелки. У нас очень много белых тарелок. Опять не вижу цену. Наверное, тоже набор. У нас очень популярна белая посуда. Вот просто белая. Без всякого. Видите, здесь продается также кухонная посуда. Ой, какая тяжелая, этот кочегунная сковородка. Они тоже обычно очень дорогие. Чтобы посмотреть цену, надо перевернуть. У меня нету второй руки. Но они, такие штуки могут стоить 200-300 долларов. Смотрите, с крабиком. Интересно, да? И мы ушли от посуды. Вот там есть... Это тоже Maxwell & Williams. То, что я вам показывала уже. Так, ой, какие чашки, девочки, посмотрите, какая прелесть. Боже, какая красота. А сколько же стоит такая чашка? И тоже цены нету. Грустинка, печалька. Ну, вот такой, подарить такую чашку с блюдцем, я считаю, что это прекрасный подарок. Какая красота, как же это красиво. Я люблю цветочки. Ну да, я люблю цветочки и в одежде, и в посуде, во всем. Вот тут сейчас мы тут разглядываемся цветочков. Микаса, это тоже известный производитель посуды. Это тоже набор, поэтому, конечно, цены не будет, но он тоже не дешевый. Вот у них есть на эти выходные будет 40% скидка со всех почти вот этих брендов. Микаса. И другие компании. Вот эти наборы, они здесь стоят в коробках. И вот у нас как-то странно, что цену невозможно узнать. Чтобы узнать цену, нужно специально. Ага, вот коробка, значит, набор. $300 стоит. Микаса, 16 предметов. Чашка. 4 чашки, 4 вот таких вот пиалы. И 4 тарелки поменьше, 4 тарелки побольше. Вот такого вот фасона они... Видите, белая, просто белая посуда. Такая у нас мода. Вот этот вот с цветочками, симпатичненький, тоже набор. Тоже 4 чашки, 4 пиалы, 4 тарелки побольше, поменьше. Я думаю, что он стоит столько же. То есть, вот, если вы хотите, вы можете купить белый. Если вы хотите, вы можете купить с цветочками. Кому что нравится, на любой, как говорится, вкус и аппетит. Насчет кошелька не скажу, потому что цены довольно такие кусачие. В принципе, у нас можно найти посуду и подешевле, в более дешевых магазинах. Но просто здесь представлены очень многие компании. Вот продаются отдельные чашки, смешные какие, с котиками. По $8. Ну, нормально. Но в наших этих магазинах Winners и Marshalls можно найти за такую чашку доллара за 3, за 4. Так, здесь написано Dad, то есть папа. Чашка для папы за $8. Эти поменьше. За 100... А, $95, 4 предмета. 4 чашки, наверное.
Вот чайнички Kate Spade. Помните, я вам показывала компанию сумок? Они делают сумки, одежду. Kate Spade Нью-Йорк. И они делают вот кухонную утварь. Чайники, тостеры, вот такие вот штуки всякие. Ну вот видите, много этих наборов здесь. Ой, какой красивый полосатый. Морской, прям такой, знаете. Морской, приморской. Это Kate Spade, между прочим. Вот. Видите, они посуду делают. Красиво. Вот здесь много чашек таких вот с какой-то ламой. И написано No problem. Ну, так, типа, проблем у нас нет. Чашки с канадскими флагами, с канадскими листиками. Это Canada Day у нас был недавно, 1 июля. Вот какая красавица. Тоже за $8. Очень красивые цветы. Ну, в общем, здесь всякие тематические. С бабочками там что-то такое. Вот такая с бабочкой. Так, это для кухни тоже всякая утварь. Мраморные, видите, доски. Мраморные такие вот пирамидки для... Чтобы ставить на нее. Что-то она легкая для мрамора. Хотя нет. Да, вот всякая керамика здесь тоже. Наборы. Стаканы. И такой, знаете, кувшин с мешалкой, чтобы мешать коктейли. Наверное. Пойдемте еще посмотрим, что здесь есть. Так, это для кухни всякие прибамбасы. Я там видела еще стеклянную разную посуду. Вот, видите, они все написано, что на некоторые 60% скидка. А вот там стекло. Пойдемте посмотрим. Стеклянная посуда. Что-то мало как-то раскупили, что ли. Да, здесь тоже это распродажа, клиренс. Так, это тоже Ленокс. Вот такие вот рюмки всякие разные. Ну, рюмки обычные, на самом деле. Ничего особенного нету. Как везде. Такие можно купить в Айкии. Можно купить где угодно. Обычные довольно стаканы. Вот наборы, видите. Я такой тоже покупаю в Винерсе. У нас они там точно такие, но, может быть, в 3 раза дешевле. Посмотрите, какие интересные формы разные. Я даже не знаю, для чего это. Такие вот. Не знаю. Так, здесь тоже всякие наборы. Ой, здесь так пусто. Пахнет, я не пойму, чем. Вот такие у нас популярные чашки из капор это называется. Смотрите, какой интересный такой набор. Вот такая вот дощечка деревянная. И 3 бокала ставится на нее. То есть, вот видите, вот в дощечку вставляется. Зачем это? А, это виски. Это для виски. Вот какие интересные формы, смотрите, правда? Такие изогнутые. Вот она стоит $30. Вообще не очень дорого. Только я не знаю, сколько здесь в ней штук. Так, это для смешивания коктейлей. Тут тоже разные всякие прибамбасы. Вот такой кувшин вот к этим вот стаканам. Это для вина. Ну, в общем, разное всякое. Не очень нужное, но интересно и прикольно. Вот. Тут еще есть мебель, всякие стулья. Мебель мы не пойдем сегодня. Давайте еще посмотрим всякие приспособления для кухни. Вот тут у нас тут же и пылесосы, Dyson продаются. Вот прямо написано Dyson. А вот у нас здесь отдел СМЭК. Это кофеварки, тостеры. Такие маленькие чайнички по $199. Мини-чайник называется. Как мне нравятся их цвета, вот эти вот ментоловые. А вот большие. Большие серые и красный стоят 250. А вот есть такой чайник за 370. Какой красивый цвет. Голубой ментоловый. Он какой-то очень фэнси. Тут какие-то еще штуки в нем включать, выключать. Температуру, я не понимаю, что это такое. Вот за 350 вообще космический корабль, а не чайник. Это я тут отражаюсь в оранжевом платье. Привет, девочки. Я отражаюсь в чайнике. Так, здесь тоже разные кофейные машины. Вот это Кузинарт. Это тоже такая компания.
Неплохая. Вот какой красивый чайник. Девочки, вы пользуетесь таким чайником? Я нет. У нас электрический чайник. У нас нету такого, который ставить надо на... Который надо ставить на плиту. Разделочные доски деревянные. Сделаны в Канаде. Написано. $300. $305, да. Дорого, конечно. Это вот поменьше такая. Посмотрите, она такая красивая. Это вообще даже, не знаю, произведение искусства. Просто, я не знаю, что на ней можно разделать. Тоже $305, хотя она меньше. Но вот цена такая же. Видите, какие они огромные. Вот такие вот прямо огромные доски. Что на ней разделывать? Барана, наверное. Видите, это канадская какая-то компания. Они делают вот эти разделочные доски. Ну, всякие сковородки, кастрюли, красота. Я очень люблю. Я не кулинар. Я вообще не кулинар ни разу. Я совершенно не кухня не способная. Но я так люблю всякие прибамбасы для дома. Пойдемте посмотрим, сколько стоит СМЭК. Кофейная машина. Вот миксер СМЭК. Так, $800 вот такая кофемашина стоит с рыжком. И миксер, наверное, стоит как крыло от самолета. Я что-то не вижу цену. Вертеть в коробку мне неохота. Ну, вы представляете себе. Вот. Ту-ту-ту-ту-ту. Цены нету. Вот такой вот миксер. А, это KitchenAid. Это не СМЭК. Вот. Что еще у нас тут есть интересного? Это всякие кухонные комбайны, Кузинарт. То есть вот у нас такие есть компании СМЭК. Hi. No, I'm good, thank you. Кузинарт. Потом есть KitchenAid. Самые такие основные наши компании. Вот. А кухонные всякие кастрюли тоже есть. Знаете, девочки, если честно, я не очень знаю, потому что у меня этим занимается муж. Вот так мне повезло в жизни. Покупкой всяких кастрюль, сковородок. Он готовит. Ну, я тоже немножко, но в основном он готовит у нас дома. Поэтому я не очень понимаю в брендах и названиях всяких кастрюль. Какая из них хорошая, какая плохая. Об этом знает все мой муж. Вот эти стулья у нас были очень модны какое-то время назад. Железные такие, до сих пор модны. Видите, какие тарелки красивые, деревянные. Здесь пледы продаются всякие. А это такой, знаете, вот эти полоски. Это фирменный знак вот этого магазина. Магазин Hudson Bay или The Bay, как его еще называют. Один из самых старинных магазинов в Канаде. Он сначала был основан теми, кто экспортировал пушнину. То есть в Канаде была очень большая промышленность по добыче мехов, пушнины и по экспорту ее в Европу. И вот эта вот компания была основана, потом они открыли свой магазин. И вот эти вот полоски разноцветные, это их как бы фирменный знак. И видите, здесь они продают все-все-все с этими полосками. Вот есть вот термосы, всякие чашки. Это их как бы пледы очень популярны. Каждая приличная семья должна иметь вот такой вот плед с полосочками от магазина Hudson Bay. Одежду детскую, вот я вам там показывала. Это тоже так прикольно. В принципе, считается, что это как бы, ну, такой трейдмарк. Как бы такой, знаете, бренд. Видите, какой хорошенький. Кьют, симпатичный. Вот они на сейле сейчас за $41. $41.25. Вот такой вот детский симпатяга с мишкой. Я бы купила, если бы у меня было кому, но у меня никому. Подушки вот такие вот. Клеточку тоже этих цветов Hudson Bay. Ну все. Вот видите, здесь тоже есть такие салфетки вот этих вот цветов Hudson Bay. Яркие. Яркий тостер желтый, яркая варежка красная, кастрюли. Люблю я такое дело для кухни. Очень мне это нравится. Вот здесь уже постель у них начинается. Там дальше мужская мода. Здесь всякие миксеры. Посмотрим, сколько он стоит. $230. Один миксер этот 380, но это какой-то целый такой уже машина большая. Здесь какие-то покрывала симпатичные. Вот так у нас принято, выставляют у нас кровать, застилают ее постелью, кладут всякие подушечки, пледы. Симпатичная очень подушка, она такая бархатная. Я думала, это вышивка, но это нет. Это тоже бархатная, с
$40 она стоит с кисточками. Прикольная. Здесь вот много таких разных всяких, но это уже не посуда и не кухня. Мы с вами увлеклись, и я, вернее, я увлеклась и вас за собой потащила рассматривать всякие кровати и разные постельные принадлежности. Если вам интересно, мы с вами обязательно сходим и посмотрим, что у нас есть здесь из этой области и отрасли. А это уже всякие для дома декорации, подсвечники, разные картины. Ну, не картины, а такие панно на стенку. Ну все, дорогие девочки, я думаю, что на этом мы закончим, потому что видео уже получается очень длинное. И мы уже ушли совершенно в другую область, в которую мы, может быть, потом сходим в другой раз. А сегодня все. Люблю, целую. Всем привет из Канады. Пока-пока, бай.